Учитель латыни, под окнами которого исполнили серенаду его ученики, скончался, и видео, на котором воспитанники церковной школы песни поддерживают преподавателя, облетело весь мир. Словам родителей учеников церковной школы, этой песни дети хотели отплатить своему учителю за любовь, которую он дал им. Бен Эллис болел раком и не так давно решил прекратить прием препаратов.